Уже через деякий час вона буде відремонтована та отримає свій новий вигляд і буде служити мешканцям будинку довгі роки. Харківські комунальники в індустріальному районі проводять роботи з ремонту покрівель. По данному жилому дому было несколько прямых попаданий. Первое попадание – это в район первого подъезда и повредило перекрытие между тех этажом и кровлей. Во втором месте – это во втором подъезде прилет по машинному помещению. Непосредственно в само машинное помещение попал снаряд. В данный момент проводятся работы по демонтажу поврежденной плиты и подъема материалов, и в дальнейшем восстановлении этого перекрытия. Разрушения не критические, но довольно-таки серьезные, потребуют некоторого количества времени для восстановительных работ. А це вже інша покрівля в сусідньому мікрорайоні того ж індустріального району. Тут також працюють комунальники над відновленням конструктиву після прильоту. По данному жилому дому есть прямое попадание в машинное помещение. Выполнены работы по демонтажу перебитой плиты. В данный момент проводятся восстановительные работы, то есть разваривание швеллеров, монтаж плиты. В дальнейшем мы будем заливать это все бетоном, естественно, делать подушку, накрывать кровлей, восстанавливать окно, восстанавливать решетку, ну то есть делать так, как это было и до войны. Ігор Безкровний, Ярослав Кононенко, Денис Рибалко та Юрій Бабикін. Харківські звістя.